раз проходит 14 стадий. Сначала человек он попадает в ситуацию, в которой он пытается вырваться из нее всеми своими силами, не верит, что так возможно вообще в принципе. Человек не верит, что его высшая цель жизни, она может быть уничтожена. И поэтому он всеми силами пытается не верить, цепляется за соломинку. Но тем временем наступает кризис в его жизни. И он напрягаться начинает сильно. Все силы, какие у него есть, он отдает на то, чтобы вернуть ту жизнь, которая была до этого. Ее вернуть уже невозможно. Это редко так бывает. В основном Бог дает возможности, какие-то возможности, но иногда вот бывают ситуации, когда вариантов нет. Бог решает наши прелести, наши радости здесь земных, нас, чтобы мы учились верить в Него. И это первая стадия длится, пока не наступит понимание, что ничего не получается. Допустим, классический пример, кто-то ушел, допустим, муж ушел из семьи. Потом наступает шок, это вторая стадия. Время шокового состояния человек обычно не спит и практически не ест. И в зависимости от того, сколько вот эта стадия длится, можно прогнозировать, сколько вообще будет длиться сам стресс. Но если, допустим, человек не спит 5 дней, то стресс будет длиться месяц 8. А если человек не спит 2 недели, то 1,5 года. То есть обычно люди где-то не спят недельки 2. И почти не кушают в это время. Это шоковое состояние противопоказано человеку вообще что-то объяснять, какую-то философию там ему давать по поводу того, что произошло. Если он спрашивает в это время, вернется мой близкий человек, он надо говорить, конечно, вернется. То есть нельзя ему говорить никаких других вещей, потому что это не помогает. Есть такие чудо-психологи, которые, когда человек в шоковом состоянии к нему подходит, они видят его состояние и начинают ему рассказывать правду матку жизни. Но это безумие так делать. Если человек не в себе, он хочет, чтобы близкий человек вернулся, надо его успокоить, сказать, что вернется. Обычно все, кто говорит правду в это время, становятся врагами на всю жизнь. И те, кто успокаивают, остаются друзьями. То есть друг он делает так, чтобы человек просто лучше стал. Нет же принципиальной разницы, останется человек рядом с тобой или нет. Сейчас вот такая ситуация, в которой человек себя не контролирует. Когда идет кризис, женщины плачут. Но в шоковом состоянии никто не плачет. Ни мужчины, ни женщины. В это время нет слез. Человек просто не в себе. У него нет сил ни на что. Он очень психически подавлен. У него нет сил даже понять, что происходит толком. Музыку-то будем включать? Понравилось? Хорошая, быстро привыкаешь, да? Что-нибудь другое сейчас включим. Это именно Бога. Thank you.
шоковом состоянии. Человек не может даже думать толком. Он просто разбит и все. И он просто ждет, когда это закончится все. По факту, человек не может контролировать цель своей жизни. То есть он не может решить, надо ему это или нет, вообще вот этот стресс. Он не может остановить это все. Потому что, когда человек верит во что-то, то эта вера, это как сама его жизнь. Например, если мама поверила в ребенка, это сама жизнь или не ребенок, она перестает, она теряет понимание, зачем ей нужна ее жизнь, если есть жизнь ребенка. Ну, то есть своя жизнь уже не ценится так сильно. Это естественно для женщины так думать, но это опасно с точки зрения жизни, самой жизни. Дальше после шокового состояния идет стадия отрицания. Отрицание означает, что человек не верит, что все будет плохо. Он, у него внутри очень четко он спорит со сверхдушой. Он считает, что все будет нормально. Он спорит сам с собой обычно. И не считает, что что-то может произойти плохо. На стадии отрицания женщина, допустим, потеряла ребенка, он ушел из жизни, она не верит, что он ушел из жизни. Она считает, что он живой. После чуть заснул. Ну, то есть такое тяжелое состояние. Тяжелое состояние. На каждой стадии стресса, на первых стадиях, если человек не выдерживает это психически, то он попадает в психическое заболевание с определенной окраской. Например, когда человек на первой стадии кризиса попадает, психика у него ломается, то он, это такой очень подвижный психоз, которым человек куда-то бежит, что-то ищет. Вот. Когда он попадает в шоковом состоянии, во время шока ломается ум, тонкое тело ума ломается, то человек, наоборот, в оцепенелом состоянии находится. Таком. И это самое неблагоприятное течение психического заболевания, если человек в шоковом состоянии оказывается, ну, сломанная психика, не выдерживает этого. В психбольнице видел такого человека, он стоял вот так вот и, ну, как, двигал рукой. У него разодрана вся, как бы, голова. Вот так вот. И врач говорит, что если ему сейчас дать расческу, то, ну, голова превратится в мясо просто. Ну, то есть человек попал в тяжелую ситуацию жизни, оказался в шоковом состоянии, и ум сломался, психика сломалась в тот момент, когда он причесывался. Это называется кататонический ступор. То есть он продолжает причесываться всю свою дальнейшую судьбу. Понимаете, страшная ситуация. Обычно из таких состояний уже не выходит. Если на стадии отрицания человек попадает в психическое, ну, как бы психика у него рушится на этом состоянии, то он, ну, как бы не верит, не доверяет всему, что происходит. Он ходит, не доверяет, сомневается во всем. Вот. Та стадия отрицания тоже недолго длится, как и шок, может быть, недели три максимум. Потом наступает гнев. Человек ищет причину виновного, кто виноват во всем, что происходит. Если близкий человек ушел, допустим, муж ушел к другой женщине, то виновата другая женщина.
Вот. Ясно, что себя обвинять не будешь в этой стадии. Кто-то другой виноват. И человек в это время ругается, злится, ну, или плачет, обиженный какой. Ну, то есть он обижается, злится, ругается. Все это указывает на то, что высшая цель жизни, она дает уникальный вид энергии в психику. Этот вид энергии — это как смысл жизни. То есть у каждого человека есть какой-то смысл жизни. Невозможно жить без смысла жизни. И если человек теряет смысл жизни, вот тогда вот это, все эти вещи начинают происходить. На четвертой стадии гнева он очень интенсивно сражается в своем уме с тем, кто... Он проклинает того человека, который отнял у него близкого человека. В это время проклятия сыпятся, все вот эти вот. Но обычно, если человек верит в мужа, если женщина верит в мужа, она не считает, что муж сам виноват в том, что он ушел. Ну, невозможно верить в плохое, да? Ну, то есть муж хороший, просто его обманули. Ну, то есть кто-то его задурманил, отмурил, так. И он раз, и все, повелся на это все и ушел. Вот так вот все происходит. После гнева, ну, психика человека выходит вот этот отрицательный заряд, и начинается потихоньку такое легкое отрезвление. В это время сверхдуша начинает уже человеку что-то говорить из сердца. И ну, в этом наступает пятая стадия, в это время, пятая стадия спора. Она длится довольно долго. Ну, то есть, наверное, где-то месяца два-три. Человек ходит и сам с собой спорит. Интересно, как бы сказать, что в это время человек, ну, придает очень мало значения всему, что происходит. Он может работать в это время, даже писать диссертацию там. Ну, все что угодно. Он может делать любую работу, которую он делает обычно. Но при этом он думает о чем-то другом. И его мысли, они, причем это даже ночью происходит. Он даже спит, если он чуть-чуть проснулся, у него продолжается вот эта песня, которая идет в уме. Ну, то есть, во время гнева идет гнев. Во время спора идет спор. Ну, то есть, человек спорит, он доказывает свое. Он пытается доказать, что... Те, кто разорвали его, судьбу сделали неправильно, доказывает также своему близкому человеку, что он неправ. А сверхдуша ему как бы пытается свое что-то говорить. И он спорит по факту со сверхдушой. Ну как вы думаете, чем это заканчивается, спор? Кто побеждает? Побеждает сверхдуша. И дальше наступает следующая стадия, которая называется вина. Все эти стадии человек хочет вернуть себе близкого человека назад, просто не знает, как это сделать. Спасибо вам. Вот. Человек не знает просто, как... И он хочет вернуть назад, он не знает, что есть практика, которая все ставит на свои места. То есть, допустим, если карма непреодолимая, есть четыре вида кармы. Есть легкая карма, когда ты можешь своими силами все преодолеть. Есть карма средней тяжести, когда человек побеждает судьбу с помощью консультантов, специалистов, врачей. Есть тяжелая карма, когда человек побеждает судьбу с помощью молитвы, которую я вам рекомендую. Побеждается тяжелая карма. Но есть непреодолимая карма, когда что бы ты ни делал, назад ситуация не возвращается. Понимаете, что если человека убили, то назад ситуация не возвращается. Ну, бывает ситуация, когда и назад уже ничего не вернешь. И здесь ничего не сделаешь уже. Но человек хочет всегда вернуться назад. И спор означает только одно. Пытка вернуть назад. Человек хочет доказать, что он прав, а раз я прав, значит муж должен вернуться. Он хочет сам себе доказать, что я лучше, чем та женщина, с
Спор означает, что она сравнивает себя с ней. Да там вообще, ну она мне вот это, а у меня вот это. Ну то есть идет спор, она сравнивает, ну что я лучше, это значит он вернется все-таки ко мне в конце концов. Но он не возвращается. И наступает следующая стадия, которая называется вина. И на этой стадии ко мне пришла одна женщина. И начала рассказ, какая она грешница и какой муж, который ушел к другой девушке, у нее святой. Она так верила в это очень сильно, что она дура, поэтому он ее бросил. Я говорю, вы всегда так считали? Нет, она говорит, сделала такой вывод мне совсем недавно. Ну, то есть она перешла на эту стадию вины. Ну, то есть, что вот она дура, ее бросили, правильно. Но в сердце она это говорит, вот на самом деле она это все сама себе и с другими говорит, только с одной целью. Чтоб муж в сердце услышал, понял, что она раскаялась, вернулся назад. То есть цель все равно та же самая, то есть просто разные методы используются для быстрее достижения. Кто вспоминает знакомую историю? Да? Вот, потом дальше идет паника, седьмая стадия. То есть стадия вины длится достаточно долго. Очень долго, человек несколько месяцев, человек себя осуждает, раскаивается. Может в это время писать письма раскаяния. Если есть возможность что-то сделать, а если нет, то он это к Богу обращается с раскаянием. После вины идет паника. Седьмая стадия – это паника. Означает, человек не знает, что ему делать, он метается. Обычно в это время он куда-то идет постоянно, куда-то бежит. Он не знает, что ему делать вообще. То есть он уже и спорил, и гневался, и обвинял себя. И он уже не знает, что ему делать, как ему жить. И он даже не рад, что такая вообще ситуация была, что у него этот муж был, что он ушел. А она уже в это время девушка, даже не понимает, ей вообще нужен этот человек или нет. Но ей просто тяжело, и она не может из этого избавиться, от этого состояния. На этой стадии ко мне подошла девушка в Риге, ей бросил близкий человек 7 лет назад. И в нее вот она дошла до стадии паники за 7 лет. И она говорит мне: Олег Геннадьевич, я уже не могу. Ну, я, мне не надо, вот пусть остается там своей теткой. Я не могу уже так жить. Скажите мне, как от него отвязаться. Ну, то есть она уже все, ее тошнит от этой цели жизни, которую она себе поставила. Она уже не знает, что с этим делать. Как мне отвязаться от него? Я говорю, вы никак не отвяжетесь. Она говорит, я думала, что другой мужик поможет. Я себе заводила и все равно об этом думаю. Ну, ничего не помогает, Олег Геннадьевич. Ну, как? Ну, как так может быть? Ну, что, неужели лучше этого никого нет? Я говорю, есть один. Получше. Кто? Вот она на нем поет. Он получше. Депрессия побеждается сначала тем, что человек учится жить. Он как ребенок. Он учится жить контактом с природой, вот, контактом с людьми. Ему надо найти гармонию с этим миром. В этом смысл его жизни. Потом постепенно нужно начинать, ну, ее, в общем-то, не надо никогда заканчивать, но депрессия вылечивается по факту все равно духовной жизни. Причем сразу она не проходит. Все равно человек не может выйти из стресса за 5 секунд, все стадии надо проходить. И когда человек включает молитву, духовную жизнь, лекции начинает слушать. Первое, что в депрессии хорошо помогает, это лекции на духовные темы. Человек начинает слушать, и у него возрождаются силы, появляются. И как только появились силы чуть-чуть, наступает следующая стадия, называется «не знаю, что делать». Ну так просто назвал эту стадию «не знаю, что делать». Ну, то есть человек ходит, и он как бы, ну, да что делать? Вроде бы я как бы уже не против, как бы, что произошло, но делать не знаю, что, зачем жить, не знаю, что делать, не знаю. Поднимите руку, у кого такая стадия.
Была уже, да? Хорошо, значит, дальше смотрите, следующее, значит, у вас. Дальше. А что будет дальше? Дальше будет отрезвление. Постепенно картинка начинает вставать. Человек начинает слышать птички, как поют. Начинает видеть, что люди есть, что они живые, что есть лекции, что есть музыка духовная, что есть молитва, есть фестивали духовные. Ну, отрезвляется человек, как бы картинка встает, начинает появляться реальность перед глазами. Жизнь начинает течь в психике, психика начинает оживать потихоньку. И это все происходит благодаря, знаете чему? Что в сердце цель жизни уже поменялась. Человек уже решил, что ему нужен только Бог. Он уже это решил. Но сейчас еще пока он не может себе это объяснить до конца, но ручеек потек уже. Ручеек счастья потек. И называется принятие реальности. Это стадия, 10-я стадия. И человек в это время, вот это как раз стадия, вот эта стадия, на которой и я сам чувствовал, и другие люди мне говорят, что в это время человек запоем слушает лекции. Вот на этой стадии принятия реальности нет никаких ограничений в том, чтобы слушать лекции. Один мне как написал на Аюрведа-радио, один человек говорит, выключите свое Аюрведа-радио, не могу спать по ночам, слушаю лекции. Иногда лекции успокаивают, другой человек тоже написал. Говорит, спасибо вам за ваши лекции на Аюрведа-радио. Я теперь хорошо засыпаю. Все наоборот. То есть все по-разному воспринимают духовную энергию, одни ее анализируют, другие с ней спят. В общем, каждый верит по-своему. Вот. Но так или иначе, как в это время я сам тоже так же прошел это. Невозможно остановиться, человек слушает и слушает. Ну не может остановиться. Надо слушать бесконечно. Потому что это единственное, что радует жизни, все остальное. И этот мир начинает меняться, он становится другим. Меньше значения придаешь тому, что раньше придавал. Все, открывается новая жизнь, другая реальность совсем. Она хорошая? Это реально. Мир этот не становится плохим. Просто он становится другим. Он становится менее значимым, чем раньше. Больше значения придаешь духовной жизни, внутреннему миру. Следующая стадия – это начало перемен. То есть, когда человек встает на духовный путь, то это начало перемен, но эти перемены не в ту сторону, что заводится новый кавалер. Это нормально, это тоже может произойти, но перемена означает другая жизнь совсем. Человек уже после стресса не может вернуться назад. Он не может жить той жизнью, которой он жил до этого. Ему нужна только другая жизнь, и все. И причем начало перемен сопровождается также с фанатизмом. В это время человек фанатеет, так, потому что он столько пережил, ему говорят, когда, ну пойдем выпьем, или там фильм посмотрим, мертвый не потеет. Он говорит, пошли вы все знаете куда. Тем, кто ему это предлагает. Идите вы в свой кинотеатр, но без меня. Ну то есть человек антагонизирует с этим миром, вот как бы он в антагонизме находится, ему противен этот мир, вот в тех красках той жизни, которой жил до этого. Ему хочется другой, светлой, чистой жизни, радостной, настоящей, духовной. Дальше на 12-й стадии появляются возможности, новые возможности в жизни, которые раньше Господь начинает подкидывать, возможности разные, материальные, духовные. И человек потом дальше на 13-й стадии начинает видеть свою жизнь уже, понимает цель, зачем ему жить, что делать, как жить. У него четкое понимание есть в голове. У него нет никаких сомнений дальше, как он будет жить. И на 14-й стадии начинается рост духовный. Человек испытывает все больше и больше счастья. Он в этот момент, в какой-то момент забывает окончательно о том, что было. Ну, не придает этому слишком большого значения. И в это время он уже все прощает, все в прощение приходит. Самое главное достижение совершенства, духовного совершенства – это вера.
Вера соткана из опыта, опыта, духовного опыта. Понимаете, вера не основывается просто на том, что мне хочется верить. Некоторые люди так устают просто так жить, что они просто, ну, себя гипнотизируют. Они пытаются поверить. Как они пытаются поверить? Они себя заставляют, но я же верю, мне это все нравится, я верю. Вот, это самовнушение. Вера не основывается на самовнушении. Вера основывается на событиях. Причем Бог вполне откровенно доказывает свое могущество. Вполне откровенно доказывает. У него, он так доказывает, что у тебя не остается ни иголочки сомнений в его присутствии, в твоем правильном пути. Ни иголочки сомнений. У меня было много событий в жизни, я уж не могу все пересчитать, когда мне приходилось прилагать духовные усилия в сердце. Я видел, как сначала в сердце, потом дальше во внешне происходила победа. И она была настолько могущественной, что никто не мог что-то сделать в другую сторону. Бесповоротная победа, если ты на правильном пути. Не победа в том, что я, все-таки вышла замуж, с помощью Бога. Нет, я говорю про духовные победы, когда человек ставит духовную жизнь на первое место. Но знайте, что Бог может вам доказать свое присутствие, также дав мужичка. Как бы не сильно такого крутого, чтобы он Бога не заменял, а нормального какого-нибудь, с которым можно духовной практикой вместе заниматься. Но сначала надо заплатить цену, надо поставить Бога выше мужичка. И тогда Бог уже как бы ему дает. Вера основывается на опыте. Опыт приходит через звук. Духовная жизнь означает изучение. Нужно изучать. Означает внимательно, быть внимательным во время того, что происходит в своем сердце. Ты молишься, думаешь о звуке, и в это время ты смотришь, что там внутри. Это очень важно. Потому что многие люди говорят, я говорю, вы слушали звук, слушали. Что произошло? Ничего. Я говорю, сердце спокойно стало? Стало. Человеку лучше относитесь? Да. А говорю, чувствуете, что все хорошо будет? Угу. Да что-то произошло, значит? Угу, да. Надо быть внимательным. Надо наблюдать за сердцем. Если вы звук повторяете, надо наблюдать за сердцем, потому что там находится знание. Без знания невозможно жить. Надо четко понять, что происходит. Одна женщина, ну как бы, не, и обычно это происходит, когда нет выхода. Бог помогает, когда нет выхода, потому что человек настойчив в это время очень. Одна девушка, у нее бросил ее муж, он богатый человек, она жила с ним хорошо, так нормально, расслабилась. Девушки любят расслабляться, когда жизнь хорошая. Она уже расслабилась, у нее все нормально, и он взял ее и бросил. Нашел себе другую. Вот. И у нее ребенок, его надо в школу отдавать. Школа платная. А он не хочет даже не общаться, ничего. Он забыл и про жену, и про ребенка. Я говорю, что же делать, Олег Геннадьевич? Я говорю, ну смотрите на святого человека, слушайте голос, кланяйтесь, повторяйте, я желаю всем счастья. И выпускает в сердце, у вас эта ситуация остается, пока она не очистится, и пока не станет легко. В конце концов, вы же для ребенка стараетесь, это благородное дело, когда мать хочет ребенку своим благо. Богу это очень нравится в сердце. Она начала это делать. Потом она дальше мне рассказала изменения. Она говорит, сначала
Мне вот самая большая проблема для меня вообще во всей этой мероприятии было то, что я не могла совместить память о Боге и память о бывшем муже. Когда он в сердце заходил, то у меня возникал такой как бы протест, что я забывала, что надо молиться. Отчаяние, протест. И вот это самая трудная стадия, на самом деле. Совместить объект своих страданий с молитвой очень сложно. Потому что человек хочет или мучить его, этот объект, злиться на него, ругать, или забыть. Одно из двух. Но помнить и при этом молиться очень трудно. В это время нужно очень много усилий приложить, потому что мы по факту и не хотим на самом деле ничего хорошего. Мы в сердце хотим, чтобы этот гад такой, чтобы ему пусто там было, или еще что-нибудь, или чтобы земля ему пухом. Вот. Как живая честь. Вот, там разные молитвы бывают. Такие очень доброжелательные, добрые. Вот. Но вот понять, что ты как бы просто свою же судьбу отрабатываешь, очень сложно. Думая о святом человеке и держа в сознании объект страданий, человек начинает побеждать свою судьбу. Потом постепенно что происходит? Возникает уже чувство, что я могу. И она в какой-то момент начала думать об этом человеке, молиться, 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 желать всем счастья. У нее не было веры, она просто повторяла: «Я желаю всем счастья». И в какой-то момент она почувствовала, что он, в принципе, хороший человек. Ну, вот она поняла, что он просто как бы, ну, женщины же любому могут крышу свернуть, правильно? Улыбнулась там, подмигнула. И так. И мозги переклинило. Ну что делать, как это устроено, мир. Вот. И она понимает, что просто он заболел вот так. Ну а дальше начала повторять: «Я желаю всем счастья». У нее в сердце установилось с ним доброе чувство такое. Она его простила, так хорошо к нему относится. И на этой стадии она как-то уже и молиться даже не надо. Она чувствует, что все нормально, и молиться даже не надо. Все. Точно так же у вас будет, когда вы будете молиться Богу и уже, ну, поймете, что и замуж не надо, все. Не, я вам серьезно говорю, в этот момент все. Подойдете на лекцию ко мне и скажете: «Олег Геннадьевич, что делать дальше? Я как бы молюсь, а у меня там в сердце все нормально, как бы я уже не парюсь по поводу замужества». В это время щечки уже румяными станут таким, как взгляд уже будет не печальный. Ну, конечно, все девушки, которые замуж хотят, у них печальный взгляд. Не знаете, да? Думаете, не печальный? Печальный? Да, конечно. Это не скроешь же. Желание же не скрыто. Вот. А печали никому не нужны, все нужны только счастливые. Понимаете, как мир это построен. Вот. И она пришла, говорит: «Я не знаю, что делать дальше». Я говорю: «А что произошло?» Она говорит: «Да, я как бы вот вообще классно к нему отношусь. И даже уже и вроде бы согласна, чтобы ребенок учился в обычной школе». Я говорю: «Да, супер, давайте посмотрим, что Бог решил на самом деле». На следующий день он звонит ей и говорит: «Слушай, я хочу заплатить обучение ребенку. Давай встретимся». И нормально, по-дружески с ней уже ведет себя. А это само по себе классно, потому что если, ну, человек бросил и сам ведет себя потом, ну, по-дружески, это значит, что у него чувства возвращаются. Вот эта женщина забирает же чувства. А они потом раз назад: «И пошли, 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 пошли». И могут вообще вернуться. Все. Он потом на два лагеря начинает, как бы, туда-сюда. Философию придумывает, что у меня две жены. Классическая философия. Вот. А потом жена с ребенком, она перетягивает потихоньку назад.
Ну, бывает, конечно, и по-другому, что перетягивает, как бы, тёлка. Ну, понимаете, что значит тёлка? Тёлка — это тёлки есть и тёлки. Это телесная концепция жизни называется. Телесная концепция жизни означает, что всё связано с телом. То есть есть телок — это значит тело мужского пола, и тёлка — это тело женского пола. Потому что, ну, если говорить о отношениях, то они могут быть только тогда, когда там участвует Бог. Если вы хотите знать, что такое отношения, в отношениях есть совесть. Невозможно строить близкие отношения с человеком, если нет совести. Если ты бессовестно поступил, как ты будешь строить близкие отношения? Бог там не присутствует, ему это неинтересно. Он уходит из этих отношений. Остаются только телки и тёлки, всё, больше ничего не остаётся. Да, и если человек, ну, как бы считает, что это главное, то тогда в этом случае он так и живёт. Но потом только, когда эти отношения всё равно, они заканчиваются уже, так долго жить невозможно, он потом трезвеет и понимает, что зря бросил близкого человека. Зря это сделал. Как волк с этим, с лосем попали в яму. Сидели, думали, думали, проголодались. И волк говорит: ну, наверное, я тебя съем. И лось говорит: я согласен, но мне надо молитву перед смертью прочитать. Он говорит: я не против, читаю, все нормально. И лось говорит: ну, я ее как бы не помню. Тут у меня на копытах на задних написано. Ты посмотри, пожалуйста, прочитай. Он туда подошел, начал искать, а тот ему как бы по мозгам копытами дал и выпрыгнул из ямы. Потом волк очухался такой, лежит и говорит: дурак я, ну я же читать не умею. Так и мужик тоже. Жене, когда назад возвращается, говорит: ну что я туда полез? Ну вообще, ну ничего хорошего в жизни не было, просто какой-то дурман, говорит. Ну, вот так рассказывает потом жене. Я же говорю: ты читать не умеешь, что туда полез. Вот. Ну то есть, все возможно. Значит, это непреодолимая карма, она преодолевается с помощью веры. Такое возможно, но не обязательно. Иногда возвращается близкий человек, иногда нет. Но что могу точно сказать, что человек, когда Бог так интересно жизнь устраивает, когда человек к Богу обращается за помощью в своих вопросах, то, может быть, Бог помогает в решении вопроса, а может быть, Он дает что-то лучше. Я знаю десятки примеров, когда человек хочет вернуть себе близкого человека назад. Бог не дает. И все попытки вернуть не дают никакого результата. Но Бог потом дает лучше человека. Такое тоже бывает. Это надо доверить Богу. Но самое главное, что происходит, это точно, это то, что человек получает веру в этой ситуации. Вот эта девушка, она думала, что самое главное, что произошло, это то, что бывший муж начал хорошо себя вести и деньги давать на школу. Да нет, самое главное — это то, что произошло, она увидела, как работает молитва. Она получила практический опыт, и потом дальше в своей жизни она всегда будет к нему обращаться. Понимаете, практический опыт — это большая ценность. Это очень важная вещь. Без него невозможно жить. Так, вера — это опыт, понимаете? Это то, что дает силы. Вот, допустим, мне завтра надо встать пораньше, в 7 часов в самолет, но мне надо встать пораньше. Я встану для того, чтобы молиться, потому что я знаю, что если я не помолюсь, в 7 часов не самолет, надо ехать в 7 часов, выезжать отсюда. Да. Я знаю, что если я не помолюсь с утра, я бесполезен буду завтра там, в Киеве. Чего людям не смогу дать? Не страдаю бесконечно. Очень тяжело там сейчас жить. Тотальная депрессия. Просто в аэропорт уезжаешь, уже это чувствуется. Люди подавлены все.
Война – страшная вещь, разрушает веру в сознание людей. Нужна помощь людям в это время. Следующее, что происходит, когда человек обретает веру, у него появляется сильная решимость идти этим путем. Он хочет дальше, дальше двигаться в этом направлении. Надо больше слушать голос Святого Человека, больше молиться, больше развиваться в этом направлении, больше чувствовать себя в сердце. Не снаружи, а в сердце чувствовать себя. Он, понимаете, когда человек чувствует себя в сердце, это необычное ощущение. Оно сопровождается знанием, это ощущение сопровождается знанием. И это знание, оно определяет конкретно. Ну, то есть, это другой тип знания вообще в принципе. Когда человек знание из сердца получает, то оно дает такую силу внутри, дает решимость. То есть, человек уже не просто так, как меня, допустим, молодой человек спросил, как достигать своих целей, как не быть слабым, как быть уверенным в себе. Все эти вещи возникают, когда человек обретает капельку веры. Он когда чувствует веру в святость, в этот голос святого человека, то в это время у него появляется сила. То есть он, ему есть на что опираться. Почему нет силы? Потому что не на что опираться. Человек не чувствует опоры в жизни. Это обычное состояние. Есть дурные люди, которые опираются на свою дурь. А есть разумные, которые чувствуют, что не на что опираться, и поэтому они чувствуют бессилие. Но когда человек обретает устойчивость сердца, вот здесь устойчивость находится, я повторяю голос святого человека, и голос идет отсюда, и я чувствую, когда с каждым звуком моей молитвы выходит вместе с голосом сила и знание. Я чувствую, что я понимаю, как жить дальше, и я чувствую, что у меня все получится. Каждую секунду вот так, представьте, 2 часа. У меня все получится, и я все знаю, то, что надо. Вот каждую секунду вот отсюда вот идет. Что произойдет через 2 часа? Появляется решимость. Человеку хочется жить дальше, действовать в этом направлении. Эта решимость, она передается другим людям. Это очень ценная вещь, решимость. Она очень нужна каждому человеку. Допустим, если у меня есть решимость, то вы заряжаетесь ей тоже. Но потом вам надо самим ее вырабатывать. Она кончится, то есть я батарейки вам, допустим, зарядил. Ну, не я зарядил, а мой духовный учитель зарядил. Вот. А потом вам самим надо будет заряжать. Самим надо будет это делать. Обязательно дома. Не позволяйте себе ни одного утра без молитвы, ни одного утра. Только одно утро позвольте, все. Дальше пойдет следующее утро. Потом еще одно, и так засосет. И когда человек достигает твердости в сердце, в своем способности чувствовать звук, чувствовать веру, желание служить высшей истине и жизнь этому посвящает. У него наступает самообладание. По факту, от чего вот это все не самообладание бывает, только когда чувства, они привязываются не к тому, чему надо. Все виды несамообладания приходят из-за того, что чувства вытягивают разум за собой. Чего-то хочется, и разум взлетел. Вот это человек теряет себя из-за этого. Но когда человек в сердце возвращается назад, в сердце под свой контроль, под контроль звука святого человека себя возвращает, постепенно чик, чувства успокаиваются, все встает на место, и сила появляется. Вот представьте, женщина же, она очень сильная. Вы что, думаете, трудно скрутить мозги, что ли, мужику? Вот представьте, если у вас вот здесь вот будет вера и сила, как бриллиантовую руку смотрели там, что она Поэтому даже у вас не будет вообще проблем, что это, просто будет смотреть жертву, выбирать. Нашли нормальный мужик, не замуж, женат, все, работает, деньги есть. Гражданство германское есть. Итак, у него с верой так, Бога спрашиваете.
И Бог, он, и вы на него. И он, что это? Он, весна. Да уже тогда поздно, все, подходит, не подходит. Вы же уже выстрелили. Все. Теперь принимайте. А все не подходят в этом мире. Кто подходит, скажите? Вы что думаете, что есть какие-то, которые подходят, что ли? Подходят те, которые вообще такие. Ну что, вообще вот такие? Ну вот такой, значит, что? Мужики все, они угловатые, понимаете? Это он сначала, когда ухаживает хороший, а потом непонятно, что за голос, трогает неправильно. Все, много всяких проблем. Мужик, он же такой. И надо вот принять, какой есть. Все. Не подходит. Бог дал, такой и будет. Не подходит. Что значит не подходит? А он сам не подходит, в смысле, знакомиться, что ли? Ну, значит, там ничего не было у вас, вы выстрелили слабым зарядом. Заряда не хватило, понимаете? Холостой выстрел. Надо опять слушать голос. Копить веру внутри. И там должна быть же сила. Надо стрелять один раз. Как меня прапорщик говорил в армии, слушайся меня, слушайся. Я говорю, а если не буду слушаться, он говорит, а если не будешь слушаться, у него такие кулаки, он в Беларуси, я слушаю, такой невысокий, лицо такое широкое, кулак вот такой. Он говорит, я бью только два раза. Один раз в лоб, а другой по крышке гроба. Знаете, убедительно говорит. Я понял, что надо лучше слушаться. Так и стрелять надо глазами тоже. Один раз только. А потом второй раз только по росписи в ЗАГСе. А если мужчина не готов жить? Да какая вам разница? Заблудла и повела в ЗАГСе. Готов, не готов. Все зависит от вашей силы. Он же как, кузак сидит. Все? Я же объясняю уже пятый век, что нам делать. Надо слушать голос святого человека. Любого выбирайте, но тогда мало. Любой, который силу имеет духовную, слушайте его голос, потом разберетесь. Начинайте с кого-то, понимаете? Но там, знаете, там такое появляется внутри. Поймите, что когда человек слушает голос духовного человека, у него идет в сердце все, сила вот здесь в сердце появляется, понимаете? Как? Мне надо просто слушать голос его, кланяться ему, и так постепенно развивать силу в сердце. Когда сила в сердце появится, сначала она идет в дурь. Она не идет сначала по правильному пониманию вещей, она идет в дурь сначала. И поэтому вот у вас сила появилась в сердце, а вы как бы хотели замуж. И у вас вся эта сила в замужество. И все. Стоять. И все, он стоит, а куда он делится? Против Бога не попрешь. Не понимаете, что это? Что, довериться, то есть живи так со мной, без замужества? Ничего страшного, ничего страшного. В наше время можно два варианта. Или штурмом, или осадой брать. А он еще
Немец? Осады нормально. Наши даже турков взяли там. Без проблем. Превосходящая армия. 40, когда взял Орешек, там внутри крепости было больше солдат, чем снаружи. Атаковало. Чего взяли? Служите честно, с верой. Заботьтесь. Наказывайте, держите в строгости также. Говорите правду ему. Не позволяйте юлить. Служите, заботьтесь, говорите правду. И каждый день, не обязательно каждый день, но иногда после того, как вы его накормите, надо его обнять вот так. Обнять. И прямо в ухо ему, в левое ухо. Надо сказать, хочу с тобой расписаться. С верой в Бога. Сначала помолиться перед этим, хорошо, так и на сердце настроиться. Хочу с тобой расписаться. Любого мужика пробивает, я такой. Мужики, они, знаете, такие, как бы, доходят до сердца медленно. Надо пробивать. А? Убежать? Бояться такого слова? Хорошо, можно заменить, сказать. Мне так нравится с тобой иметь более оформленные отношения. Ой, знаете, любой мужик, его можно, что хочешь с ним сделать. Нужно терпение. Вы просто не понимаете природу мужчины. Мужчину надо заламывать потихоньку. Мало ли что ему нужно там. Просто молитесь и заламываете, и все. Побеждает более сильная сила всегда. У кого силы больше, тот побеждает. На вашей стороне Бог. Богу нужна, чтобы была семья, дети жили в семье, все. Семья означает роспись. Поэтому нужно идти дальше, молитве, побеждать. Вы просто не понимаете, о чем я говорю. У вас нет знаний. Вы не понимаете, что человек, который имеет Бога в сердце, он добивается все равно своих целей, по-любому. У него много силы вообще. У вас сейчас просто нет опыта, у вас нет силы, поэтому говорю, я не знаю, что с ним делать. Посмотрите, фильм есть такой фильм русский, называется «Иван Поддубный». Посмотрите, там вот человек, он как бы, у него не было пределов в силе, понимаете? Вот что бы с ним ни делали, он все равно побеждал. Потому что такова природа вообще души, она всегда побеждать должна. Она не должна проигрывать, понимаете? Он тоже помолился, пошел. Ни разу не проиграл ни одно, он борец был, ни разу не проиграл ни одного сражения. Что с ним только не делали там. Понимаете? Так человек должен жить. Не надо ничего бояться, у вас столько силы внутри, вы можете там мужика рядом с собой задержать, и женщина вообще ерунда. Нужно просто с Богом жить, поймите, у вас нет силы, потому что вы не знаете источника. И вы потом, когда он рядом с вами задержится, вы поймете, что вы эти силы Бога тратили не туда, куда надо. Потому что если человек служит Богу, то ему даже не надо как бы вот эти испытательные полигоны устраивать. Если человек Богу служит, то все происходит как надо, само собой. Само собой сила вот эта действует само собой. Не надо прилагать особые усилия, чтобы найти себе человека близкого. Не надо ничего, это все само собой происходит. Но человек обычно не удовлетворяется тем, что собой, он испытывает Бога. Он получил силы в сердце, глазами стрельнул, мужика уложила, вот, загребла, подрослась, потом только поверил. То есть вера приходит обычно после практики, практических занятий. И Бог, в принципе, не против. Не против, пожалуйста, пользуйтесь, верьте и дальше живите честно. Есть категории людей, которые могут на всю жизнь остаться в стрессе. Первая категория – это невежественные люди. Это люди, которые не хотят из стресса выходить, они хотят его заливать вином, наркотиками, сексом.
и все. То есть эти люди, они всю жизнь остаются в стрессе. Они только даже вообще об этом и не знают. Они не понимают, что они в стрессе, эти люди. Они говорят, да у меня все нормально, а сам находится в депрессии в это время. Следующие категории людей не могут выйти из стресса. Эти люди называются неверующие. Они настолько гордые, что они верят только в себя. Они не верят ни в какого Бога и не хотят верить. Пока не пройдет, человек пока не выйдет из невежества, пока из атеизма не выйдет. И есть еще одна категория, где они во всем сомневаются. Им очень трудно, ну, принять знания от человека. Они во всем сомневаются. Такие люди тоже не могут выйти из стресса. Есть причины такого понимания вещей. Две основные причины. Первое – это насилие над людьми, когда человек совершает насилие над живыми существами. Он причиняет боль, страдания другим, но остается в этом состоянии безверия или невежества. И вторая причина – это неблагоприятное общение. Часто люди не придают значения, это основная ошибка. Часто люди не придают значения благоприятному общению. Вот вы сейчас, допустим, полетите в самолете, там, поедете в машине, раз автоматически открываете планшетку, включаете, и там идет. И вот это все смотрите. Вы думаете, что ничего не будет. А на самом деле незаметно для сознания вы погружаетесь в этот тамос. Тамос означает тьма. Невежество. Понимаете, то есть не надо всю ерунду смотреть. Есть куча нравственных фильмов, которые окрыляют, дают веру в сердце. Например, есть телесериал такой, называется «Фарух Амар». «Фарух Амар». Он рассказывает о том, как мусульманство возникло на земле, как, кто такой пророк Магомед или Мухаммед. Кто-то какие халифы первые были, как они жили, как они веру устанавливали и так далее. Очень такой фильм глубокий, указывающий на веру, на понимание, как жить. И так далее. Куча очень возвышенных фильмов в ведической культуре, куча просто фильмов про жизнь святых. Есть фильм Мадхавачарья, есть фильм Рамануджачарья, описывает жизнь этих святых. И эти фильмы, они очень глубокие по своему содержанию. Пожалуйста, ищите нравственные фильмы, смотрите их, получайте знания. И смотрите всякую ерунду. Человек склонен что-то смотреть, чувство надо развлекать как-то. Смотрите духовные, нравственные фильмы. И смотрите всякую ерунду. Есть такой фильм, «Махадев» называется. Или «Шива и Парвати». Это много-много серий, там 600 серийный фильм такой. Но там, и чем он интересен, тем, что там ведическая, вот это вот, Кураны описываются, ведические истории разные. Как с древних самых времен, с начала зарождения Вселенной там и так далее. На русском есть перевод, в интернете, да, можно. Да. Нравственный фильм, очень хороший там. Хорошие истории поучительные о том, как верить в Бога, как служить Богу. Я вообще считаю, что вам не надо читать Бхагавад-гиту в одиночку. Надо всегда, ну, читать с кем-то, то есть изучать. Есть целые курсы по Бхагавад-гите. Но это уже внутри конфессиональное знание. Ну, то есть, понимаете, Бхагавад-гиту можно изучить только так же, как и Тору. Можно изучить при Талмуд. Все это можно изучить только под руководством кого-то. Невозможно самому это понять. Невозможно просто.
Есть лекции по Бхагавад-гите. Есть лекции по Бхагавад-гите. Есть Хакима, допустим, можно найти лекции по Бхагавад-гите и так далее. Много духовных наставников дают лекции по Бхагавад-гите. Вы не сможете понять Бхагавад-гиту в одиночку. Шивананда разок, один ученик, говорит, он был вельможа, высокопоставленный человек, он говорит, я хочу увидеть тебя в самадхи. Слышали эту историю? Тот говорит, ну приезжай, вот какое-то время я буду в самадхи. И он приезжает к нему, и он смотрит, тот повторяет святые имена Бога. Ходит и повторяет, такой очень сосредоточенно, внимательно. 5 часов повторял подряд. И царь потом, когда он вышел из этого состояния, он говорит, ну а когда ты в самадхи-то будешь? Так я, говорит, в самадхи был все это время. Ну то есть он испытывал духовный транс от имени Бога, повторял имя Бога, а тут был в самадхи, это когда вот трясешься весь там, да, самадхи для него вот так вот выглядит. Самадхи означает отношение с Богом. Я хотел бы от вас сейчас услышать практические вопросы, связанные с духовной жизнью. Духовная жизнь — это больше практика, а не теория. Теория простая, практика сложная. Нужно спрашивать. Вы только что сказали, что никакого утра не должно кончаться без молитвы. Да. С каких молитв я завтра начну свою жизнь? Таких молитв с любых. Надо исследовать. Не надо бояться ничего. Вот с любых молитв. Если девушка хочет замуж, она проверяет себя на всех. Она глазки строит этому и тому, она пробует. Везде пробует. Что клюнет, то и клюнет. Понимаете, там уже будем разбираться. Там скрытие уже покажет, понимаете? Вот, то есть, сначала надо, чтобы клюнуло, а потом уже разбираться, кто. То есть клюнул, дальше смотрим, что за человек. Нужен, не нужен. Не нужен — его проблемы. Нечего было клевать. Как же пропащить с большим деревом? Знаете, берите смело любую молитву, любой духовной традиции, начинайте повторять. Постепенно пройдет 2 месяца, и вы уже будете ориентироваться, что вам больше нравится, что меньше. Чего-то начинайте. Не надо размышлять, понимаете, жизнь кончается. Неизвестно, кем вы родитесь в следующей жизни, понимаете? Люди, которые не занимаются духовной практикой, в основном все идут вниз, в ад. После ада — животное тело. Вам это устраивает, вас нет? Не знаете, вы думаете, что я тут это, вам сказки рассказываю. А в аду какие тела есть? Воды, в аду лучше не надо об этом думать. Какие тела есть в аду? Да, это... Как это, знаете, есть анекдот? Пациент в реанимации лежит, как бы, и врач заходит к нему, он говорит, доктор, а что вы порекомендуете мне сейчас делать? Он говорит, надо как-то вам, ну, ходите на природу, так ложиться, к земельке привыкать. Не надо думать, что в аду, зачем вам будут в аду думать? Ну, это как бы... Знаете, о чем думать, туда и попадаете. Но... Думайте лучше о Боге, зачем вам какие там виды тел в аду. Узнайте, когда попадете. Чего об этом думать? Но Христос тоже пошел там, и там, наверное... Ну вот вы же не Христос, что вы себя с Христосом сравниваете? Он может много чего сделать, чего мы не можем. Зачем сравнивать? Думайте о Боге лучше. Что вам туда лезть в своем сознании? Вы в России хотите возвращаться, нет? В Россию? Да. А? Я из Литвы. Из Литвы, Литву хотите? Да, почему? Ладно, неудачный пример.
женщина говорит, выносить не хочу, а воду еще хуже. Что думаете, нет? Чем хуже, чем в России. Для европейцев сравнение. Да нет, я так шучу. В России тоже нормально. Да? Да, только через сердце. И даже не через сердце, а сначала через звук, потом через практическое понимание этого звука, чтобы у вас в жизни все воплотилось. А потом только приходит вера, и когда вера приходит, вы начинаете так сильно концентрироваться на звуке, что вам приходит знание в сердце. И могущество самое главное. Нет? Могущество человека находится здесь. Мысли не могут быть сильными. Как некоторые экстрасенсы говорят, я такое видела, вот, и все, и понеслась. Иисуса Христа всех видела, короче, сейчас буду записывать. Это все бред, понимаете, это фантазия. Знание сидит вот здесь в сердце, и оно приходит как что-то очень сильное, могущественное, в котором нет сомнения. Может, да, быть, да, может быть. Умственная деятельность имеет место. Иногда ум понимает что-то, иногда переосознает. Я говорю про другие вещи, которые вы не понимаете просто. Вот, допустим, сейчас приведу вам пример. Дочка приходит к маме и говорит, мама, я влюбилась. Рассказываю. У меня такой мальчик хороший, все. Рассказывает маме, мама слушает ее. И это все в уме, понимаете? Она то в одного влюбилась, то в третьего, и мама не обращает на это внимания. Но когда дочка приходит и молчит, она говорит, доченька, что с тобой? Она молчит, такая, глаза квадратные, молчит. Это значит, что любовь пришла в сердце, понимаете? Тогда она уже маме ничего не говорит, она молчит просто. Все, кто сочиняет, ходят, такое, у меня такое, увидела такое. Вот, когда человек с Богом контактирует, он молчит уже, он ничего не болтает, потому что когда приходит сердце, это приходит настоящее. Когда приходит настоящее, люди молчат. Когда человек приехал с Украины, тут прямо в Донецке человек жил, на лечении, мы спрашиваем, как там у вас? Ничего не говорит, молчит просто. Нечего сказать. Когда человек реально чувствует настоящее страдание, настоящую опасность, он молчит. Когда настоящая любовь молчит, настоящая вера молчит. А мысли это, знаете, это все детский сад. Не обращайте на это внимание. Вера это сильная штука. Она могущественна, она меняет жизнь. Я почему вот такой пример привел? Если женщина действительно верит в Бога, Она чувствует себя очень достойной, понимаете? У нее нет в глазах печали. Она не чувствует никаких проблем, потому что она точно знает. Она на любого человека посмотрит и свернет ему мозги. У нее нет всяких проблем вообще. У нее огромная сила внутри. И поэтому она не смотрит ни на кого. Что смотреть? Придет время, посмотрим. Она ждет знака от Бога. То, когда знак от Бога приходит, Господь дает человека, она тогда один раз улыбается и все, и до свидания. Сила идет из сердца. И уполномоченность там в сердце находит, полномочия человека. Могущество в сердце находит. Да? Не надо никакой личностной концепции. Ценности Господа вам знать. Это тайна. Вы сейчас спросили о тайне. Это большая тайна, что Господь личность. Есть три стадии развития веры. Сначала люди воспринимают Бога как свет. Они хотят счастья от Бога. Свет означает, есть квартира, есть машина, есть муж, есть дети. Люди от Бога ждут света, означает счастье. И они считают, что Бог это тот, кто дает счастье. Им не важно, личность это не личность. Имеет
значение. Имеет значение, что он дает счастье. Большинство людей после лекции подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, благословите на замуж, благословите на работу, там, еще на что-то. Они воспринимают контакт с Богом, большинство людей, как счастье. У них нет ничего, кроме этого. Дальше, когда человек изучает, что такое свет, он находит солнце. Вторая стадия контакта с Богом – это видеть солнце. Человек начинает чувствовать, что есть форма, у Бога есть форма. Не просто безличностный свет, а есть форма. И в этот момент человек начинает чувствовать, он пытается почувствовать эту форму Бога. Где Господь? Он ищет его, где Господь? И он натыкается на совесть. Точно так же, как солнце для человека – это источник света, так для человека, который ищет Бога, первое, что он находит сверхдушу – совесть. И для такого человека, который реально увидел Бога, почувствовал Бога, присутствие Бога можно почувствовать. Такой человек, который чувствует Бога, для него Бог представляется в виде того, кто находится в сердце. Того, кто дает знание, чистоту, честность, целеустремленность, решимость, веру, могущество, силу, успех, счастье, здоровье, все. Он находится здесь, самый лучший доброжелатель, могущественный покровитель, друг. Человек видит форму, он видит, что есть диск солнечный, оттуда идет свет. У него нет сомнений в этом, что Земля освещается этим шариком. Так и человек, который чувствует Бога в сердце, он чувствует, что этот Бог в сердце все освещает в жизни. Без него ничего не происходит. Он является главным. Он помогает мне, он защищает меня. Без него невозможно жить. Это вторая стадия постижения Бога. А третья стадия постижения Бога, когда Бог сам захочет, вот эти две стадии ты сам можешь пройти. Ну, конечно, с его тоже помощью, но третья стадия, она особенная. И нет смысла о ней рассуждать. Сколько бы я ни говорил вам об этом, ничего не получится вам это понять. Потому что, когда приходит время, человек влюбляется в личность духовного учителя. И он служит личности. Для него святой человек — это не просто рог изобилия, источник хороших событий в жизни. Для него святой человек – это личность, которая служит Богу, которая учит, как служить. И через личность своего духовного учителя, через личность, а не объект духовного учителя, через личность человек открывает дверь к личности Бога. Через личность – к личности. Это тайна большая. Нужно очень сильно верить в миссию духовного учителя. И через эту веру, через служение, человек постепенно, служа, предаваясь, беззаветно предаваясь своему духовному учителю, человек открывает, что у Господа есть качество. Качество, характер, черты характера. Что у него есть красота. У него есть лицо. Это очень большая тайна. Нет смысла сейчас об этом говорить. Люди даже света с трудом различают свет Господа. На стадии развлечения, что от Господа идет свет, все в жизни получается. Проблем нет. Почему люди так страдают в этом мире? Потому что они все своими силами делают, у них нет контакта с Богом. Если маленький контакт с Богом устанавливается, чуть-чуть начали звук слушать, то жизнь налаживается сразу. Освещается изнутри, из сердца жизнь. Кто вот так начал делать, жизнь наладится внутри. Почувствовали? Пошла волна. Жизнь наладывается, все, уже нет каких-то больших проблем. Люди, которые занимаются духовной практикой, у них нет каких-то больших проблем с личной жизнью, с материальной жизнью. Все более-менее хорошо. Когда на уровне контакта с совестью человек контактирует с Богом, тогда другая уже жизнь идет. Человек начинает больше интересоваться, как он будет жить эту жизнь. Не тем, что он получит в этой жизни, а как он ее проживет. Ему хочется ее честно прожить, свою жизнь.
Когда человек личность Бога начинает видеть. До свидания – это жизнь. До свидания – этот мир. Человек в это время находится в духовном трансе. Он видит только личность Бога. Его больше ничего не интересует. И не может отвлекаться ни на что другое. Потому что тот, кто увидел личность Бога, уже никогда не сможет увидеть ничего другого. Он уходит в духовный мир, этот человек. Это великие святые видят личность Бога. Это недоступно обычным людям. Большая тайна. Мы, конечно, сейчас размышляем о личности Бога, у нас много интересного почитать об этом есть. Но это все просто домыслы ума. Пытайтесь думать о том, что вас приблизит к Богу. Есть актуальные молитвы. Есть голос святого человека, есть поклон святому человеку, есть изучение священных писаний. Надо идти тем путем, который доступен. Надо слишком высоко в облака взлетать. Это не поможет. Да? Не сможет человек в себе отличить ни смирение, ни гордыни. Только старший может отличить в нем смирение от гордыни. Если нет старшего, микрофончик есть у нас, вопросы. Микрофончик еще. Только старший может нам открыть глаза. Вы думаете, я могу отличить смирение от гордыни? Вы думаете, я знаю, гордый я или смиренный, я ничего не знаю про себя. Но старший сразу, ты общаешься со старшим, сразу все про себя, через его глаза становится все понятно. Веды объясняют, что человека ведет сверхдуша по жизни. И она ведет его через старших. То есть сверхдуша через старшего рассказывает о том, как к ней прийти. Кто такой старший? Это просто громкоговоритель, понимаете? Это просто громкоговоритель сверхдуши. Он ничего от себя не хочет, просто хочет передать голос сверхдуши. Когда на лекцию уезжаю, жена мне говорит, будь переводчиком слов своего духовного учителя. Ничего не говори от себя. Благословляет меня. Ничего человек не может сам о себе понять, ничего. Темный лес. Только в отражении старшего можно себя понять. Своими силами невозможно. Поэтому так важно человеку иметь старшего. Есть два способа отношений со старшим. Можно просто слушать лекции и через лекции узнавать о себе. Это первая стадия развития, она хорошая и длительная. Приходит время, человек находит в себе веру, и у него появляются старшие. Не те, как он мечтал, вот, чтобы чисто только я святому человеку подчинюсь. Нет, ему надо просто старшего в жизни. И он получает просто старшего по своей судьбе, которого он достоин. Просто верующий человек чуть больше опыта. Сверхдуша начинает активно действовать через него. Он рассказывает тебе, как тебе жить, что делать. Ты слушаешь его и выполняешь его совет. А? Что? Ну, микрофончик возьмите, сейчас не будем вас расшифровывать. Погромче. Наставление отвечает на этот вопрос. Там какой вопрос? Вот чем, как отличить гордыню от смирения в себе? Не отвечает. Он говорит, что с помощью старшего. Я к нему обращалась. А? К нему я обращалась. Надеюсь на старшего. Хорошо. Что он говорит? Ничего не говорит. Ну, значит, вам не надо об этом думать. Иногда они задают такие вопросы, которые нет смысла сейчас отвечать. Они говорят, расскажите мне про все мои прошлые жизни до духовного мира. Ну зачем? Какой смысл? Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты.
мне зеленый попугай. А мне зеленый попугай. Спасибо вам большое. Мы покидаем. И вам спасибо. И вам спасибо. Нормально. Дальше вопросы. И вы все равно устали уже, наверное, уже. Я вас замучил. Да? А вот у меня вопрос к молитве, да? Да. Считаете ли вы правильным просить Бога в молитве о чем? Просить? Все равно будете просить. Считаю я правильным или не считаю? Без мантры читать. Послушайте меня внимательно, послушайте. Сейчас я вам все объясню. Вот смотрите, когда вы начинаете молитву, первое, что происходит, ничего не происходит. Вы не слышите голос святого человека, не понимаете свою молитву, вам хочется спать в это время, нет никакой концентрации. И надо просто как тут немножко поплакать, потом, Господи, что я такая тупая, а? Ну, я не слышу, Олег Геннадьевич говорит, тут голос святого человека проходит в сердце, там происходит радость. А я говорю, ничего не слышу вообще, ни себя, ни святого человека, и спать хочется, что я так рано встала, дура. Вот. Я же читать не умею. Вот, сначала ничего не происходит вообще. Понимаете? На первом этапе. Потом, если человек немножко в отчаянии пойдет, потому что первый шаг к Богу — это отчаяние. Сначала надо немножко захотеть, но ничего не получается. Ну, немножко захотеть надо, чуть-чуть. Когда вот это вот желание появляется в сердце, вот это включается механизм, человек начинает слушать голос святого человека. Что значит слышать голос человека? Вроде бы поют и все слышат. Вопрос только с какой эмоцией, с какой концентрацией, с какой силой, с какой верой. Вот в этом вопрос, понимаете? Можно слышать бесконечно сильно в своем сердце, а можно просто, ну, красиво поет, мужик, нормально. Да? Вот. Вторая стадия – это эмоция. Ты начинаешь чувствовать святого человека, его слышать. И вместе с ним, как попугайчик, начинаешь повторять. Есть четыре варианта правильного слушания. Первый вариант – это попугай. Человек что слушает, тот повторяет, что слушает, тот повторяет, что слушает, тот повторяет. Попугай. Второй вариант называется птица читака. Птица читака — это такая птица, которая она питается только дождевой водой с неба. Она не хочет пить грязную воду в лужах. Поэтому, когда человек как птица читака слушает святого человека, он не хочет слышать ничего, кроме святости, понимаете? Ему, он не будет, птица читака может умереть от жажды. Но она пьет только дождевую воду. Она воду пьет на лету. Когда дождь летит, она ее ловит капельки и пьет на лету. На землю не опускается. Для нее это грязная вода. Она хочет пить небесную воду. Такая птица читака. С ней сравнивают люди, которые хотят только святости в своей жизни. Им ничего больше не надо, они устали от всего. Они хотят слышать этот голос, слышать. Они пьют только дождевую воду. Третий вариант слушания – это рыба. Правильно. Не мигать, не двигаться и даже плавниками не шевелить. Замереть и слушать. И четвертый вариант – это лебедь. Означает хотеть только чистоты. Только чистого, только вас слышали. Не общаться ни с кем, не слушать всякую ерунду, не слушать всякие сплетни, новости. Только голос святого человека. Только голос святого человека. И все. Есть четыре варианта неправильного слушания. Первый вариант – это волк. Когда человек слушает и возражает все время, ему хочется свои аргументы ставить. Я считаю, что вот так. Геннадьевич говорит так, а я считаю, что вот так. Вот. Второй вариант – это верблюд.
Верблюду не нравится голос святого человека, ему не нравится сочная трава, ему нравятся колючки. Он когда колючку жует, то кровь выступает, он кровь, вкус крови ему собственно нравится. И поэтому он любит колючки есть, чтобы кровь выступала. Означает, что человек любит слушать эстрадную музыку, всякую ерунду любит слушать, а голос святого человека не любит. Ему колючки нравятся есть. Дальше, следующий вид неправильного слушания – это бык. Ест все без разбора. Ну, как бы такое сравнение. Ну что, слушаем, да, все слушаем. Слушаем голос святого человека, слушаем Аллу Пугачеву, все слушаем. Все нравится. И там еще какой-то вариант есть, четвертый, неправильно слушаем. Я уж точно не помню. Вам, мне кажется, хватит. Надо как рыба, или как птица-читака, или как попугай, повторять. Святой человек вот так, в таком настроении, я в таком настроении. Он так, и я так. Или слушать, слушать, не оторваться. Или чистоты хотеть в этой жизни. Как ей. Надоела грязь. Когда человек в правильном настроении, в слушании входит, ведь важно не то, как ушами ты работаешь, да как сердце, важно настроение. Когда человек в правильное настроение входит во время слушания, то у него постепенно звук, вот он сам повторяет голос этого человека и слушает, повторяет и слушает, повторяет и слушает. Этот голос человека, святого человека, изо рта и ума постепенно переходит вот сюда, вот отсюда. Ну, кто-то из вас замечал, повторяю, я желаю всем счастья, неожиданно раз, и что-то такое, сердце появляется такое, я тебя люблю, ну, то есть что-то в сердце появляется, что-то такое, из сердца хочется, нравится, хорошо, повторяем, вот, из сердца что-то пошло, у кого такое появляется? Вот. Легкость такая по телу, потом раз в сердце. И неохота выходить из этого состояния. Неохота выходить. Это в теле, да. В теле, в сердце, когда приходит, человек замирает. Замирает, он чувствует сердце, вот здесь звук. Слезы, вот, потому что пробиваются через грехи голос. А? Да, пробивает, пробивает, сначала слезы. Да, а потом раз, и вот сюда попало. И здесь такая, твердость такая, вера появляется. Люди не знают, что такое вера, они сердцем своим не контактируют, никогда не контактируют. Когда в сердце молитва приходит, тогда вместе с этим приходит и знание. Но сначала, прежде чем знание приходит, в сердце появляется объем работы в нашей жизни. Человек осознает, что он на работе трудности, дома трудности, там трудности, и все это вот через молитву. Человек чувствует силу от молитвы. И так как он чувствует силу, ему надо же как-то жить. И у него все вспыхивает внутри, вот эти трудности, я болею, там у меня то, у меня все. И все это во время молитвы приходит в сердце. Надо продолжать думать о святом человеке и верить, что все будет уничтожено с помощью молитвы. В это время как раз это и называется просьба. То есть человек молится Богу, концентрируется на святом человеке, и в сердце потихоньку освобождается от проблем. Но есть ошибка. Если в это время ты как бы увидишь, что сердце освобождается от проблем, и начнешь Бога душить, говорит, о, давай, давай, больше денег не надо. Все закончится в этот момент. Бога нельзя душить. Он только сам помогает тебе жить или не помогает сам, одно из двух. Но если ты начинаешь его, от него что-то клянчить, тогда до свидания. Осквернение происходит. Богу не нужны такие отношения. Он нам бескорыстно все и так дает. Думаете, он не знает, что вам надо, Бог? Он все знает. Ну а что не дает? Не надо ему напоминать, он все знает и так.
что вам надо в жизни, что не надо. Если вы молитесь Ему с верой, то жизнь очищается сама. Так же, как солнце восходит, и тьма уходит. Счастливо вам добраться до дома. Не домой еще, пока нет. Потом, после этого, когда сердце расчищается, приходит знание. Знание стоит сильнее, выше, чем счастье. Счастье уже получил, через некоторое время знание приходит. Это вот, вот ты какой северный олень. Сердце знание приходит. Начинаешь понимать вещи разные в жизни. Все понимать начинаешь. Что тебе надо в жизни, что не надо. А после знания приходит следующее состояние, которое называется ручей или вкус. Человек начинает чувствовать счастье бесконечное в отношениях с Богом, ему нравится молитва, он не хочет из нее выходить, он опять как на свидание бежит молиться. Ему хочется только молиться, ему нравится Бог, нравится духовный учитель. Он хочет смотреть фильмы только о святых, ему хочется только священные писания читать, ему все это остальное неинтересно. Его жжет просто в этом направлении, жжет. Как на стадии ручья или вкуса человек уже освобожден. Даже если у него есть грехи в сердце, то веды сравнивают это с двумя видами манго. Есть не спелый манго кислый, а есть спелый. И спелый манго — это манго или не манго? Манго. Он скоро станет спелым, полежит и станет спелым. Поэтому веды говорят, у человека, если вкус к Богу появился, у него может там миллион грехов быть. Он вообще может быть там массовый убийца какой-то. Но у него вкус к Богу появился, он уже вот живет в вот этом состоянии. Ему Бог нравится. Это значит, что этот человек очень скоро сожжет все свои грехи и станет великим святым. Он, его манго созреет, без всякого сомнения. И самая главная цель человеческой жизни – это достичь до этого состояния ручья. Когда ручеек любви потек в сердце к Богу, тогда жизнь достигла совершенства в человеческом мире. Неважно, есть грехи или нет внутри, не имеет значения. Они все сгорят за одну жизнь, 100%. Да, хорошо бы сейчас открыть, это душновато уже. Открытие кошечки еще надо не хватает. Да, вот сзади мужчина, да? Микрофончик, пожалуйста, дайте микрофон. Чтобы все слышали вопросы. Олег Игнатьевич, два вопроса. По поводу молитвы. А вы чистите микрофон? Читать, которые прикладывают усилия. Лучше читайте те, которые от души. Второй вопрос. Если вот вдруг ни с того на ум, или как говорят на язык, приходит молитва, ты ее начинаешь просто, ты ее не планировал, ничего, она сама... Нормально, нормально. Есть такой великий святой, его звали Гопал Гуру. Сейчас расскажу о нем. Был один очень возвышенный святой. И он не мог остановиться. Он сидел в туалете, и он зажимал себе рот, чтобы покакать. Он зажимал себе рот вот так вот, сидел, прилагал усилия. А этот мальчик маленький, ему было 5 лет. Он подсматривал за ним в туалете. Мы не часто подсматривают дети. Как это? И все, хочется знать. Когда этот святой вышел из туалета, то мальчик подошел к нему и говорит: не мучай свой язык, дай ему возможность повторять имена Бога. Он не связан никак с тем, что ты делаешь.
сердце не относится никак к этому телу. Когда человек повторяет святые имена Бога, он находится в духовном мире и не имеет никакого значения, какие функции тело в это время выполняет. И тогда этого мальчика, его Гопал звали мальчика, маленького мальчика звали Гопал. Тогда его прозвали Гопал Гуру. Потому что он дал наставление, что понял, что это правда. Этот мальчик был великим святым, потом стал последствием. Если имена Бога на уста лезут, надо повторять. Пускай у вас не будет в это время концентрации, вы заняты чем-то делом каким-то. Не имеет значения. Пускай крутится лучше имена Бога. Пускай лучше молитва крутится на вашем языке. Не бойтесь ничего. Но когда вы сели повторять молитву, сели, вот тогда не позволяйте себе отвлекаться ни на что другое. Это будет великим оскорблением. Вы можете, когда заниматься чем-то другим, думать о молитве иногда. Это не оскорбление. Но вот когда вы сели молиться, вот тогда нельзя отвлекаться ни на что другое. Надо с великой решимостью. И понимаете, сам человек не может себя на молитве пригвоздить. Только если у него есть ручи, он уже может это сделать. У него вкус, когда есть, она сама течет по сердцу и все. Но если вы будете слушать голос святого человека параллельно и молиться в его настроении, тогда ум привяжется к молитве, он прикоется к ней. Понимаете? И вы сможете легко привязать себя к молитве. Концентрация будет высокой. Ответил вам ваш ответ? Так, как спереди женщина, да? Да, конечно. Я хотела спросить. Ну, встречайте. Я хотела спросить, например, если едешь в поезде... Есть ли два работы тут? Едешь в поезде, есть время, но нет... Сил. Голоса святого человека, неправильная организация поездки. Например, есть. А если же сидят люди, можно про себя тоже... Наушники, я в наушники читаю. Я больше того, я иногда в самолете лечу, вообще нет сил. Вот, я просто вставляю наушник и слушаю, как он повторяет молитву. Да, и как бы, ну, настраиваюсь на его повторение, на свое, потому что свое уже нет сил, и на него повторение повторяю, настраиваюсь. Конечно. Спасибо. Надо выживать как можешь. Да? У меня два сына. Ну что, не пустили, взял, куда сбежал. Ну, он сбежал. Сбежал, да? Ну, ну хорошо. Сбежал уже, ему разрешили. Ну, и что? Ну, потом еще закончил. Ну, хорошо. Про то, что у меня с сыновьями большая духовная связь. Ну, вы замечательно. Всегда была. Так. И, понимаете, мне, ну, как бы, младший, он очень, бывает такой вспыльчивый. Ну. Хотя он занимается кунг-фу, но тем не менее... Кунг-фу занимается, да. И вспыльчивый. Опасно. Но он занимается еще и йогой, и медициной каждый день. Так, хорошо. Но, вот, когда я заметила эту вспыльчивость, понимаете, я подумала, может быть, ему девушку? Ну, конечно, надо, любому парню нужна девушка. Что-то мне подумать, у него появилась девушка. Так. Но... Не придавайте себе слишком много значения. Нет, это не вы. Это то, что я сейчас... Сверхдуша, она... Сверхдуша находится и в вашем сердце. Но он меня слышит. Нет, это сверхдуша так действует. Было все наоборот. У него должна была появиться девушка, и сверхдуша вам в сердце сказала, у него должна появиться девушка. И вы это почувствовали, у него появилась девушка. Хорошо. Это не ваша заслуга, а заслуга Бога. Нет, я не знаю. Сейчас я волнуюсь, потому что сейчас у него появились такие явления, что, ну, иногда же можно ей смеяться, потому что девушка из такой семьи. Так действует любовь. Молодые люди попадают под влияние вожделения, которое является ненасытным врагом познания души,
Когда человек начинает впадать в отление вожделения, то на время его духовная практика становится слабее. В этом нет никаких проблем больших. Ничего страшного. Это же не волнует. А волнуйся, не волнуйся, все равно так будет. Молодежь все равно будет погружаться вот в вожделение. Означает, будет уступать, ну, будет отступать от правил. Просто вы не отступаете, вы продолжаете жить правильно, прощайте его. И старайтесь ему объяснять, как надо. Но если он вам не слушает вас, не обращайте внимания, это отупение, оно потом пройдет со временем. Ну, это точно пройдет. То есть, если у вас атмосфера правильная в семье, то молодые люди 100% подтянутся к вам со временем. Но вот это время у молодежи, когда они погружаются в любовь, в секс, там какие-то отступления идут в плане нормальной жизни, кто-то закурить начинает, кто-то еще что-то, мясо есть, то, ну, это нехорошо, конечно, но это неизбежно. Сейчас так мир устроен, что молодежь, когда отступает от духовной жизни, она начинает жить как все. А это означает, сами понимаете, что всякие вот прибабахи, которые сейчас возникают в молодежи. Просто страшно вам злиться на него и переставать заниматься духовной практикой самой. Страшно. Чувствую, что вас замучивает, да? Давайте встанем, сделаем зарядку. После еды просто еда перетянула в зале. Все встали прямо на носочки, тянется к потолку. Проявляют ситхи, давайте, мамочки, молодые старикашки. Давайте, давайте. Вверх вот так ручки теперь развернули. Вот. Так. Вот. На носочках тянется вверх, молодые старикашки. Так. Хорошо, встали. Вот. Туда. Раз, два, раз, два. Аккуратненько, спокойненько. Крутим, да. Я по-другому кручу. Быстро, а вы поспокойнее. Вверх-вниз, вверх-вниз. Так, вот. Стрясаем пищу в животе. Так, давайте, ждем такси. Раз, два, раз, два. Ждем, да, да. Так, раз, два. Раз, два, да. Так, хорошо. Это концентрация внимания увеличивает. Вот, теперь выображаем. Туда, уткнулись, сюда. Туда, уткнулись, сюда, уткнулись. Есть кому выражать, в другом благостный идет. Хорошо. Выражаем. Вот так, хорошо. Вот. Так, все, молодцы. Теперь. Раз, два. Раз, два. Можно раз, два. Раз, два. Раз, два, 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 хорошо. Все, теперь самое главное упражнение. Проталкивание пищи вниз. Надо быть смелым, ничего не бояться. Что произойдет? Вы не виноваты. Нажимаем вот сюда.
Профилактика вирусных заболеваний. Точка концентрации внимания. Прямо между носом и ртом, туда далее, посередине. Видите, глазки начинают светлее становиться. В глазах светлее, треска становится. Вот, следующее упражнение. Нажимаем средними пальцами между уголками, между носом и глазами, вот сюда вот. Это улучшает мозговое кровообращение. И боимся глаза не вылететь. Достаточно. А теперь такое упражнение, которое лечит хронические заболевания. Надо вставить средние пальцы в уши, глубоко, найти там болезненные точки, вот так по периметру поискать, и нажать на них, и держать. Достаточно. Вот. Картинка прояснилась? Нормально? Это полезно иногда делать во время. Просто, видите, об этом я и беспокоился, что две лекции подряд вот так. Они выбахивают психику и такой же такой нокаут легкий наступает. Так, нам надо живее, сейчас будем что-нибудь такое посвежее. Полегче. Да? Посмелее. Радостнее, да? Давайте дальше вопросы. Олег Геннадьевич, как правильно служить людям, которых ты, ну, как бы, не уважаешь? Как за них молиться правильно? Надо просто понять, что ты не уважаешь, означает гордость. Нужно просто кланяться святому человеку, вспоминать этих людей и постепенно... Вы поймете просто, почему они такие, что они невежественные, им тяжело жить. Вот, у них такая вот жизнь, что делать? Что делать? Если обратная ситуация, ты служишь людям и тебя не уважают. Не надо им служить тогда. Не надо метать бисер перед свиньями, как говорят. Служите тем, кто тебя уважает. Если тебя не уважают люди, близкие, родственники, то просто выполняйте перед ними свои обязанности. Все. Просто из чувства долга. Немножко эмоций надо, просто все устали, я так вас чуть-чуть развлекаю. Ну, ваша просьба. Если религия разрешает не
возможно, да. Если религия разрешает есть мясо, возможно, духовное развитие. Нам будет тяжело. Понимаете, в Ведах есть такой стих, там говорится, что так как люди имеют привязанность к телу, поэтому и людям религии дают уступки, связанные с телом. Есть три типа привязанности к телу. И поэтому дается три типа уступок людям. Первая привязанность к телу – это желание грубой плоти. Это, то есть сильное желание тела, мы же в теле находимся, и вот это вот сознание, когда хочет тело, оно также хочет и плоти. И поэтому люди едят мясо, потому что есть сильное желание плоти грубой. Вторая уступка, и поэтому освящают мясо в храмах. Причина освящения – это уступка. Это не то, что это хорошо есть мясо. И человек продвигается, когда он ест освященное мясо, он не продвигается. Просто это уступка для тех, кто хочет верить в Бога, но без плоти жить не может, понимаете? Вторая уступка для тех людей, которые хотят плоти, но им нужна плоть в тонком виде. Это уже секс. То есть они тоже эксплуатируют чужую плоть, но с помощью тонкой, не грубой эксплуатации, понимаете? Это сексуальное желание, поэтому есть уступка также в этом направлении. То есть, если хочешь секс, пожалуйста, секс с законной женой, законным мужем. Это не означает, что секс продвигает человека в духовной жизни, он не продвигает. Но если человек делает все по религиозным правилам, по крайней мере, он не сильно деградирует. Понимаете, Бог дает уступку такую для тех, кто не сильно продвинут духовно. И третья уступка – это вино. Вино разжигает плотские желания. Но чтобы чувствовалось все лучше, сердце, мясо, чтобы чувствовалось лучше, для этого надо пить вино. Вино разжигает желания человека, плотские, мирские желания разжигает. И поэтому есть также уступка и в этом плане, что если вино освящено, то тоже ничего слишком страшного нет. Но во всех религиозных традициях есть правило. Надо меньше мяса, меньше секса и меньше вина. Просто в некоторых духовных традициях про что-то забывают. Например, говорят, надо меньше секса и меньше вина, а мясо нормально. Или надо меньше вина и меньше мяса, а секс это нормально. Ну что-то забывают, понимаете? Но от этого ничего не меняется. Даже если... Даже если разрешено в духовной традиции есть мясо, лучше его не есть. Это не является грехом не есть мясо, если это разрешено даже в духовной традиции. Допустим, в православных храмах, в монастырях не едят мясо, едят только рыбу. И не пьют вино, и не занимаются сексом. Понимаете? То есть более продвинутые люди понимают, что это нехорошо. И как есть также посты. Вот зачем, сразу возникает логический вопрос, зачем пост на мясо нужен, если это хорошая пища? Зачем мне от нее поститься? Если хорошая, так надо больше есть. Зачем пост тогда нужен? Если пост, это значит не очень хорошее мясо, пища. Услышали меня или нет? Также не слушайте всех священников подряд. Большинство священников не знают эти правила глубокие. Они говорят, разрешено, не пальцы ешь. А? Раз в полгода можно, говорят, или раз в день. Вот, у всех по-разному. Вот, поэтому лучше это все уменьшать в своей жизни. Чем чище жизнь и возвышеннее, тем больше духовного вкуса. Мясо отшибает духовный вкус, секс отшибает духовный вкус чрезмерный. И вино тем более отшибает духовный вкус. Надо уменьшать все эти вещи в своей жизни, иначе Богу будет трудорога, будет все равно. Человек, который ест мясо, занимается сексом, пьет вино, но искренне молится Богу, он все равно в ад не попадет.
он пойдет выше или останется на земле. Но если человек этого не делает всего и идет к Богу, тогда он идет к Богу очень мощным, просто взлетает. И на самом деле это все противные вещи, они не приносят счастья. Я вам советую такой эксперимент провести. Возьмите, придите на рынок, сами купите свинячью морду, сами ее разделайте, сами приготовьте. Не хотите? А почему? Боитесь правды? Мясо, это же противная пища, она противная просто. Зачем мне есть? Не-не, они хотят вкус мяса, плоти, плоти. Именно плоти, они хотят плоти. Я вам точно говорю, хотят плоти 100%. Специи помогают, да, но они хотят плоти, они хотят вкус плоти. Им нужна плоть. Поэтому люди едят мясо. Секс тоже это вкус плоти. Хорошо, а у рыбы есть какие-то ограничения? По... Рыба это же водоплавающее растение, поэтому... Рыба это же не мясо, правильно? А рыба это растение. Водоросль оторвалась просто и поплыла. Такая водоросли. Рыба лучше, чем мясо. Лучше, чем мясо, но хуже, чем медузы. У рыбы сознание более развито, чем у медуз. Медузы вообще ничего не соображают. Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Они вообще ничего не соображают, эти все креветки там, они вообще уже тупые. Вот, ну почти что растения. Рыбы уже чуть-чуть такие, как бы у них страх появляется, они такие, как бы, ну, помирать не хочется. Дергаются, когда их вылавливают. Не надо их кушать. Это же вы кушаете проклятие. То есть рыба же, когда тело оставляет, она мучается, а вы потом эти мучения съедаете. Люди, вот человек помирает, они не хотят там долго оставаться. Почему? Потому что от него пахнет мучениями, страданиями. Человек же в тонком теле страдает, он хочет вернуться назад в это тело. И это страдание невыносимо смотреть, люди уходят с этого места. А тут вы не только уходите с этого места, вы прямо это место берете и съедаете. Вы же прямо это съедаете, вот эти все страдания, потом в себя. Ну, зачем это надо? Кушайте то, что не страдает. Когда листочки отрезают, овощи выдергивают, они не страдают, они спят глубоким сном. Они ничего не понимают. Дерево вон ветки пообрезают, еще лучше будет расти. А если поросенку ногу отрезать, новая не вырастает, понимаете? А можно спросить, в Голландии коров очень эксплуатируют. И они грустные сидят в фермах везде, сидят в фермах. И их после 4 лет убивают. Ну, что делать? Грусть. Много грустных глаза такие. Да. И как кто-то с молоком будет пить эту грусть? Ну, кто-то пьет, кто-то нет. Я пью. Знаете, вот меня больше волнуют ваши грустные глаза. То, что в Голландии коровы грустные сидят. Или в Мозамбике люди голодают. Меня пока не сильно волнует. Я вот выполняю то, что Бог от меня требует. Вот здесь люди грустно сидят, мне надо счастье в жизни дать. А коровы в Голландии — это следующий этап. Когда все люди станут счастливыми, дальше до коров доберемся в Голландии. Да? Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. У меня сын 7 лет. Он мне один раз такой вопрос задал. Как услышать голос Бога внутри? Через голос святого человека. Надо слушать голос святого человека, и постепенно, слушая его, услышишь голос Бога. Вот так. Такой ответ. Знаете, просто, а святой человек? А святой человек — это тот, который поет. Вот. Вот такой, который любит Бога. Со всей силы! Со всей силы Бога любит, значит, святой.
Или вот такой, допустим, голос вот такого человека, допустим. Святые люди, они очень глубокие по своей природе. Это канал с вами, путешествие домой. Когда его слушаешь, он просто, ну я не знаю. Как канал с вами, вот книга «Путешествие домой», вот этот человек дает. Все люди возвышенные, они у них удивительный голос, они поют так, что душа разлетается. Или молитвы читают так удивительно. Это необычные люди, необычные люди. Такой ответ. Еще какие вопросы? Да? Вам еще надо встречаться обязательно, обсуждать духовную тему. Вот по вашему голосу, по вашей речи, то, что вы сказали, я понял, что вы не глубоко еще понимаете голос святого человека и молитвы, но с ним еще не погрузились глубоко. Потому что если бы это произошло, вам бы было достаточно. Но любой человек должен обязательно встречаться и обсуждать духовные темы. Мне тоже это обязательно надо. Я обязательно нахожу время. Встречаюсь с младшими, обсуждаю духовные темы. Или приезжаю туда, где старшие рассказывают мне про духовные темы. Это тоже вот этот третий момент, который надо делать. Йога, молитва плюс общение духовное. Хорошо? Первый слушать лекции, второй слушать звук или служить. Первый способ – это слушание, а второй – служение. То есть со старшими надо слушать их, а второй способ – это им отдавать себя, что-то делать для них, служить, выполнять наставления, служить их миссии. Вот и взяли, перевели книги, это служение называется. Это, несомненно, мощнейшая вещь. Бог очень доволен тем, что вы делаете. Одно дело слушание лекции, другое служение. То и другое дает результат мощь. Спасибо. Помогает, не помогает, весь заезд. Так, да? А моему ребенку 6 лет, и когда было 4,5, у нас в доме появился Муля. То есть это такое маленькое существо, которое он постоянно, то есть он появлялся и читал долго. Кто? Он называл его Муля. То есть это... Это дух какой-то, да? Вот, я так подозреваю, что это, наверное, дух. То есть ребенок к нему позитивно относился, он с ним не разговаривал. Нормально. Он его видел. Добрый дух, да. Вот, и поэтому я тоже к этому спокойно относилась, и рано или поздно, где-то через год, он не стал появляться. А, я думал, вы его видели. Нет. Но ребенок его явно видел, потому что у него бегали глаза, я спрашивала, куда ты смотришь? Он мне говорит, а вот же Муля. Ну, да, да, нормально, да. Вот, но это все было спокойно и нормально. Но недавно он себя плохо чувствовал с обеда, и я его оставила с собой спать. Посреди ночи он проснулся, начал плакать, и от страха прижиматься ко мне, я боюсь, что такое он здесь. Кто? Старик. Белое лицо, черные глаза. Это значит, ваш ребенок видит тонкий мир. Сколько ему лет? Сейчас 6,5. Скоро он перестанет видеть тонкий мир. Ну, то есть, максимум до 7 лет.
Приходит время, и дети перестают видеть тонкий мир. Они видят, дети все видят тонкий мир, они боятся. Но как кто-то видит сильнее, кто-то меньше. У вас у самой склонность видеть тонкий мир тоже есть. Поэтому это преодолевается с помощью духовной музыки. Включайте духовную музыку, зажигайте свечи. Освященное масло обязательно какое-то должно быть святого места. Помазали, ну так, чтобы пахло освященным маслом. Все чувства активизировали на Бога, и все. Через одно чувство не может пройти вот это вот существо. Это есть просто, надо понять, что духи есть. Я же вам рассказывал, что я перегрелся в бане первый день. Ночью спал, и на меня тетка напала. Злая какая-то. Я хотел ей ногой дать по голове, во сне. И нога поднялась, потом от кровати, как ударилась, у меня аж Игорь там перевернулся на кровать, три раза, наверное. Ну, то есть, так бывает, но что делать? Ну, атакуют духи, бывает, они есть, ничего страшного. Они атакуют только, когда мы их видим. Если мы их не видим, ничего они нам сделать не могут. Когда мы ослаблены, когда мы сильны, тоже они ничего не могут сделать. У меня было время даже, вот я когда начитаюсь молитву, если чувствую, дух пристает, я ему начинаю тоже молитву читать для него. Я его не боюсь, я молитву ему читаю, он как бы это вдохновляется. И уходит потом, может, просвещенный, просветленный. Они для них тоже страдают, на самом деле, духи. Они питаются от психической энергии человека. Когда люди живут в тонком теле, они не могут кушать. Они, вот мы кушаем пищу, да, психическую энергию усваиваем вместе с грубой пищей. А духи, они не могут питаться, ничем. Они же в тонком теле находятся, они питаются эмоциями людей, страхом. В основном они пугают людей, и эмоции страха питаются. Атаки паники, это духи тоже, да? А? Атаки паники. Да, всегда, когда мы боимся чего-то, это все действует духи. Есть добрые духи, есть злые. Вот, допустим, игрушку купили, она в магазине стоит, у нее что-то есть, нет, она просто игрушка, да? Но когда она там домой появляется, проходит 2-3 дня, и она такая остается родная, такая живая, ее обнимаешь, хорошо, туда поселяется добрый дух в это время. Добрые духи в игрушках живут. Они живут в огне, камине, если огонь жжет живой. То в огне, в живом огне тоже добрые духи живут в квартире. А если человек алтарь ставит, то в алтаре уже начинаются, другие, как бы ангелы начинают жить, то есть те, кто Богу помогает, то есть уже божественная энергия идет от алтаря. Надо мыть дом с чистой водой. Можно с навозом коровьим мыть. Коровий навоз очищает от духа, потому что он сильно охлаждает, а духи боятся от холода. На тонком плане охлаждает коровий навоз, поэтому духи уходят все. Можно жечь свечи, особенно на топленом масле. Если с топленым маслом, то тоже духи уходят. От молитвы они уходят. Когда духовные фильмы показывают, они тоже уходят. А когда ругаются, наоборот, приходят. Когда люди выпивают в доме, наркотики употребляют, духи туда накапливаются, их много становится. А когда молитва, чистота, можно с молоком мыть пол и квартиру, от духов это освобождает. Посуду с молоком, если мыть, тоже она очищается. Допустим, человек пришел, он выпивает, поел из какой-то посуды, взяли с молочком, ее помыли, все, от его энергии уже не будет как бы присутствовать в этой посуде. Да? Ваш вопрос? Я хотел бы спросить о моем сыне. У него сейчас переходный возраст начинается, и появляется интерес уже против свободного пола. И мы сейчас стали замечать, что в компьютере он заходит на страницы и на полную страницу. Смотрит голый попы, да? И мы сейчас просто не знаем, как на это реагировать. Мы не показываем, как реагировать. Ничего не сделал. Как реагировать? Надо понять, что эта энергия вот половая, она такая сильная, что она срывает крышу человеку и все. Надо просто в доме, чтобы было больше духовной жизни. И он все равно будет подсматривать, его с ним ничего не сделать. Я так и объясняю жене, но беспокоиться больше жена, конечно. Не, беспокоиться надо.
Надо следить за человеком, чтобы его не занесло в оргии, в какие-нибудь пьяные. Ну, то есть, надо смотреть, чтобы ребенка никуда не занесло. Но внимательно смотреть. Человек под влиянием вожделения, он не контролирует себя. Это болезнь, понимаете? Болезнь. Но это детская болезнь, вот юношеская. У всех она есть. У всех психика настроена на вожделение. Потому что мы привязаны к телу. Нам хочется наслаждаться телом, своим, чужим телом. Вот. Но у детей же, у них разума нет. Они не понимают опасности этих вещей. Поэтому они залазят туда, все это смотрят. Это в памяти потом очень сильно отпечатывается. Все, что связано с сексом, очень сильно отпечатывается в памяти. Человек не может забыть потом долгое время. Больше духовной жизни в доме. Нет другого выхода. Нейтрализуйте духовную энергию, плохую силу. У меня вообще как бы есть разные способы вообще, как у меня есть один друг, его зовут Ярослав Приманов. Он вообще как бы, он удивительный человек, то есть он занимается духовной практикой, но он пишет песни для, вот есть такая песня, ну, в барах, ресторанах популярная, называется «Черные глаза». А Кришне поет «Битлз». Джон Харрисон поет про «Битлз», а Кришне. У него значочек, кто-то видел на клипе, у него значочек с Кришной. И он поет «I really want to see you, my sweet lord». Слышали, нет? Ну так, что, английская же? Это было 60-х годов, сейчас как бы не слушаете уже. А? 60-х годов эта песня же. Да сейчас много чего другого, я знаю, полно такой музыки. У меня одни друзья, они, у них эстрадный ансамбль, они какая-то песня стала более популярной, они там поют. Мертвое тело сильнее живого. Поют, ну то есть тело сильнее души. Мертвое тело сильнее живого. Поют, ну рок-групп. Те танцуют. Можно найти, можно. Есть еще люди, которые... Классная группа «Одно но». «Одно но»? Да. Вот «Одно но» там тоже поют такие песни. Можно найти, можно для молодежи найти способ, как заищите просто. Я вам просто дал намек, понимаете? В каждой культуре, даже вот это из этой группы Аббы, одна певица, она стала вайшнави, и духовный, потом у нее куча духовных альбомов уже пошла. Понимаете? То есть, money, money, money. Она потом стала вайшнавской практикой заниматься и начала духовные песни уже петь. Да? Плоды молитвы, как отдавать другому человеку, очень просто. Помолились и сказали, это для него. И оформили что? От и до. В конце, да? То есть сначала помолились? Да, сначала помолились, а потом сказали, это для него, вот это для него. От и до. Вот все, и... отдано. Там свои банковские операции сразу происходят. Сердце, то есть, бестроверно. Да? Скажи, пожалуйста, а что означает телодвижение во время молитвы и, ну, если тело двигается, да, что... Тело двигается, у женщин просто эмоции связаны с телом очень сильно. Это так женский организм устроен. Эмоции, чувства связаны с телом. И женщина молится, она... Нормально. Ничего страшного. Главное молиться. Не нужно себя как-то... Не нужно, и также придавать сильно много значения этому месту. Ну, тело двигается, ему нравится, молится, все, ну, пускай двигается. Можно плакать даже. Вот, у женщин эмоции же сильные, они плачут, иногда тело двигается, все классно, все счастливы. Да? Вот смотрите, вещь такая очень опасная. Вы должны знать, что вообще
нужно предвосхищать события. Если дочери нужны подруги, значит, тогда ищите подруг хороших семей. Делайте это осознанно, пытайтесь приводить каких-то девочек в дом. Под предлогом праздника у хороших знакомых взяли детей вместе с родителями, и дети играются отдельно. Ну, пытайтесь дочку познакомить с хорошими девочками. Делайте это осознанно. И когда у нее хорошая подружка появится, плохая отвалится сразу. Значит, это заменить еще. Заменить. Только так. И причем делать это аккуратно, незаметно. Точно так же, как ребенка от чего-то, чтобы отвести, нужно ему другую игрушку дать, другую соску. Так и дочке нуждается сейчас в подружках. А если это запрещенный прием. Если вы будете запрещать, то тогда будет хуже. Это любовь к разлуке начнется. Она тогда так привяжется к этой девочке, так вообще. Поймите, что почему так происходит? Потому что хорошие дети, они все при делах, понимаете? У них есть уже отношения с кем-то, и с ними вступить в отношения сложнее. А дети плохие, из несчастных семей, они все не при делах, они все ищут, как бы находят себе общение. Понимаете, они более активны в поисках, будем так говорить. А хорошие дети, они все уже имеют отношения, потому что родители об этом заботятся. Но позаботьтесь о своей дочери, найдите из хорошей, благочестивой семьи общение, чтобы она общалась с хорошими людьми. И сразу все поменяется, потому что она почувствует разницу. Спасибо. Не будьте инертны, глядя на своих детей. Занимайте их, действуйте. Пытайтесь сделать так, чтобы они получали правильное общение. Некоторые думают, просто мы просто в невежестве находимся, мы не знаем, сколько нравственных фильмов. Десятки тысяч нравственных фильмов сейчас есть, уже выпущено. Отличных фильмов, которые развивают детей. Есть нравственные компьютерные игры, я вас уверяю. Поищите немножко, вы найдете. Компьютерные игры, которые развивают ребенка, делают его хорошим, порядочным человеком. Есть тысячи нравственных мультфильмов, в которых никто не бегает друг за другом, а дается какая-то вот чистота. Ищите это все, надо искать, понимаете, надо изучать это. Создайте ту среду для ребенка, в которой он будет развиваться духовно. Это просто ваша аскеза. Потратьте несколько месяцев жизни на то, чтобы создать всю среду, сделайте всю среду, все, чем ребенок интересуется, сделайте это нравственным и духовным. И ваша жизнь завенчается успехом. Почему вы так не делаете, есть только одна причина. Вы потому что не знаете вредоносное действие общения, близкого общения. Вы не понимаете опасность. Вы не понимаете, почему дети становятся наркоманами, алкоголиками, голубыми? Они становятся только из перенятия вкуса. Они получили вкус от кого-то, это все понесло. Не давайте включиться механизму. Не давайте возможности ребенку, и делать это надо аккуратно, чтобы ребенок даже не догадывался, что его контролируют. Нужно создавать ему занятость. Допустим, ребенок чем-то интересуется, да дайте ему какую-нибудь секцию, кружок какой-нибудь. Займите его чем-то так, чтобы он был активен. Не давайте ему возможность идти на улицу и находить там себе этих голубых ребят или девчат. Или ребят в девчачьей одежде. Ну, можно ли хвалить ребенка при нем или без него? Можно, ребенок же, мало, у него разум очень слабый, его надо вдохновлять обязательно. Чуть-чуть похвалил, чуть-чуть поругал. Можно, ничего страшного. А девочку как ругать можно примерно? Девочку вот, очень аккуратно надо призывать к совести. Пример. Ну вот, если у вас есть любовь к ребенку, вы можете, допустим, с ней не разговаривать просто. Или если когда она к вам подойдет, поговорить, вы скажете, ну, доченька, ну так же нельзя. По-доброму, понимаете, женщина понимает через эмоции и добрый голос. А мужчина понимает только через поступки, его тоже грубая, бессмысленно. Его надо поставить в угол, он тогда поймет. Или что-нибудь его лишить чего-то, он тогда поймет. Но слова для мужчины не действуют. Мужчина не понимает слова, а девушка понимает слова, но добрые. Объяснять ей надо все, потому что девушке хорошо доходит, когда ей объясняют по-доброму. А если ее просто раз запретили что-то, она в шоке, и она тогда начинает протестовать, ну тогда сражаться начинает человек. Ей не надо, надо объяснять.
почему я так чувствую, что вот ты неправильно. Вот объяснили, вы, она начала понимать. Да? Все. У женщин разум связан с сердцем. Сердцем означает любовь. Надо с любовью говорить, женщина все будет понимать. У мальчика разум с поступками связан. Его надо как бы наказывать поступками, поведением. Мне папа с армии пришел, 3 года, как бы я не знал отца, 3 года был в армии. Он пришел с армии, я баловень был такой, баловался, мама не слушал. Вот, и я спать не хотел ложиться, отец подошел, такой достал такой ремень, бляшка такая, такой раз его в кровать так подвинул чуть-чуть. Ты, говорит, знаешь, что такое ремень? Нет. Я такой посмотрел, посмотрел. Говорит, папа, я уже сплю. То есть философски я оценил ситуацию. И я уже сплю, все. Проблем никаких нет. Поступок нужен, понимаете? Мужчина любит силу. Женщина любит любовь. Надо понять и действовать, соответственно. Вы устали уже, чувствую женщину. Пора заканчивать. Я вас замучил своим знанием уже до последнего. И вам тоже, вы так хорошо покланялись, я на всю жизнь запомнил. Спасибо вам большое. Ну что, будем желать всем счастья, да? Все, заканчиваем. А? У нас поезд, он должен на себя поезд, поезд на сколько? 16 А ехать 10 минут, 15 минут. Ну, это быстро. 10-12 будет. Нет, на Москве. Организационный вопрос, пожалуйста? Нет, мы думали, что успеем еще пожелать с вами счастья. Да, если кто-то на поезд должен ехать, то сейчас, чтобы не опоздать. Давайте, кто на поезд, если кто сейчас. А у нас сейчас свой поезд поедет. Давайте под Радханатху с вами живем. Такой возвышенный человечек. Ну вот, книгу написал «Путешествие домой», мне показывали сегодня. Он очень-очень-очень необычная личность. Он и так святой, что его считать? У него несколько десятков тысяч учеников, и они все очень возвышенные. То есть это признак, как определить, человек святой или нет. Если он людей возвышает, у него есть даже уже духовные учителя, ученики сами. Ну, то есть он очень возвышенная личность, очень возвышенная. Олег Геннадьевич, а у вас на сайте есть его музыка? Вот то, что вы сейчас нам... Не все есть, наверное. Ну, так вы поставьте, чтобы мы могли... Поставьте. А вы скажите, музыка, вы хотели бы сказать, и номер грамов? На сайте. У нас есть на сайте. Тарсунов, да. Одна женщина ко мне подходит и говорит, а почему вас зовут Олег Геннадьевич? Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич. Я говорю, потому что я оригинальный. Вас зовут Олег Геннадьевич. Все серебрям.